Столтенберг, Армения является важным партнером НАТО в миротворческой деятельности. Армения является важным партнером НАТО в миротворческой деятельности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг на совместном брифинге с Николом Пашиняном 19 марта в Ереване. Столтенберг высоко оценил личную позицию армянского премьера, его приверженность миру и демократии. «Армения – давний партнер НАТО, и я высоко и высоко оцениваю вклад в миссии НАТО», – заявил Столтенберг, добавив, что Армения более 20 лет важный партнер в миротворческой деятельности Альянса, помогая создавать в Косово безопасную среду для всех общин. Он также приветствовал увеличение миротворческого контингента РА. «Мы говорили также о прогрессе внутренних реформ в Армении. Я приветствовал укрепление демократического контроля над вооруженными силами, в том числе посредством участия в программе НАТО «Повышение дисциплинированности». Вы проявили истинную приверженность борьбе с коррупцией, укреплению демократических институтов и соблюдению верховенства закона», заявил Столтенберг, выразив в заключение пожелание еще более укреплять сотрудничество на благо мира и стабильности в регионе и за его пределами.